Всем здравствуйте. Думал, косёл. Здоровый, рогатый. А это мамка с двумя сигаретками. Время 13:00. 5 октября. На улице жарище. Алло. Привет. В лесу. Сигалетки, кстати, эти же, наверное, которые попадали у меня в фотоловушку на Барсучьей норе. Тут буквально 200 метров до норы. Попробую, может, поближе подойти, поснимать. И получится. Вот еще жопы белые мелькают. В траве. Два сигалетка. По одному сигалетку, кстати, в этом году еще не встречал. Либо два, либо три. Ветер боковой, практически от них. Ладно, поедем мы с вороном дальше, едем в Солонец поглядеть. Тут стой! Сятками. Да, ворон. И там где-то папка их не бежит, но он в кадр не попал. По лесу неудобно не сфокусироваться. Но довольно такие большие рога у него, у папки, у ихнего. Может быть, сейчас выбежит навстречу нам. Thank you.
Сейчас будет драка, наверное, если он к нам подойдет. Облизывается. А вон там еще идет. Солнца сейчас не вижу. Большой из-под ветра нас пытается обойти. Я где-то в кустах, я его не вижу. Не знаю, куда он убежал, я не видел. Мы были вон с той стороны. Он как бы шел вот так вот. Там поляна. На поляну он не выходил. Если только что вот из-за кустов, когда мне его не видно было, сюда перешел. Тот был второй маленький возле этих берез, он туда побежал. Его я видел, как убегал. А второго так и не видим. Но вот пока я обходил, ветер от нас дул. Видимо, все-таки убежал. Поздно я его заметил. Но есть тут где-то еще хороший трофей. Ищем там и трофейного. Смотрел все видео летние про охоту на косулю, и одно из видео, не помню как называлось, июль где-то или июнь, может быть начало августа месяц, про попытки я там говорил, что около 40 попыток есть, в общем 4 потребовалось, как-то вот так вот.